Муниципальное образование Малая Охта – исторический район Санкт-Петербурга. Здесь по соседству с Большой Охтой зарождались первые поселения. Сейчас это прогрессивный округ, в котором проживает 47 тысяч жителей. Люди приходят с просьбой о помощи или с предложением каким-то. И, безусловно, садишься, разбираешься, решаешь. Но помогаем не просто в рамках своих обязанностей полномочий. Именно человеку подсказываем, как решить ту или иную ситуацию. Большое внимание сотрудники местной администрации муниципального образования уделяют вопросам благоустройства, ремонту детских площадок и внутридворовых проездов. Спасибо огромное районной администрации за то, что на Большеохтинском мосту появилось реверсивное движение, потому что утром три полосы в город, ну, в направлении Смольного, и вечером три полосы обратно. Вот. Поэтому разгрузили более-менее как Среднеохтинский проспект, так и Новочеркасский. Ежегодно на территории Малой Охты проходят акции памяти жертв Беслана и воинов-интернационалистов. Помимо траурных мероприятий, большой акцент делается и на развлекательные программы. Сама работа очень нравится, потому что это востребованность, это общение с людьми, это самореализация. И, безусловно, я бы дал характеристику, что знаю, умею, могу. Местная власть – самая близкая власть к населению. Иногда люди обращаются к ней как к последнюю инстанцию. И даже если вопрос не в компетенции сотрудников местной администрации Малой Охты, они все равно стараются помочь людям и будут так делать вновь и вновь.